Всех приветствую на своем канале. Сегодня будем ремонтировать микроволновку Bimatek. Суть неисправности заключается в следующем. Не вращается данная тарелочка. Стоит на месте. Сейчас я вам наглядно это продемонстрирую. Ставлю кружку с водой. Включаю. И мы прекрасно видим, что наша кружка стоит на месте. Чтобы устранить неисправность, нам надо разобрать микроволновочку и добраться до двигателя. На двигателе найти неисправность или в электрической части двигателя, или в механической. Поэтому разбираем микроволновку. Перед разборкой микроволновки не забываем вытащить тарелочку с колесиками, чтобы она у нас там не побилась и не брякала. Откладываем ее в стороночку. Переворачиваем микроволновку кверх ногами. Не на всех, но на большинстве микроволновках есть вот такой вот лючок. Вот вы видите. Это лючок, чтобы служит для того, чтобы не разбирать полностью микроволновку, а можно было легко добраться до двигателя. Что мы сейчас и сделаем. Вот наш двигатель, который мы будем снимать и ремонтировать. Я давайте сразу вам покажу, как она ставится обратно. Вот она была у нас так. Переворачиваем, засовываем вот сюда вот. И прикручиваем. Для этих целей я уже приготовил винтик. Это вот самый простой вариант. Это у тех, у кого есть вот такой лючок. У кого такого лючка нету, будем разбирать саму микроволновку. Открутили. Это у нас тут упало вот это вот от дверки, от нашей, мы потом поставим. Все, это я снял крышку и показал для тех, у кого нет лючка вот этого. Все, отсоединяем провода. Здесь у меня не колодка, а просто вот такие вот зажимчики. Крепится у меня, по крайней мере, на одном болту. Вот я его открутил. Сюда вот положу, чтобы болтик не потерялся. И вытаскиваем. Вот он, наш двигатель в руках. Сейчас, чтобы его разобрать, я перейду на другой стол, где у меня находятся все инструменты. И будем его ремонтировать. Что самое интересное, наш двигатель... Без всяких опознавательных знаков. Ни маркировки, ничего нет. Так, вытер я его от пыли. Сейчас будем его разбирать. Теперь нам надо вот этот вот
достать якорек и посмотреть его, в каком он состоянии. Частый вариант поломок данного двигателя бывает в том, что вот эта вот пластмассовая часть отходит от вот этого якоря, и получается, что якорь сам вращается, а пластмасска нет. А если пластмасска не вращается, то она не вращает и шестерни, а шестерни не вращают нашу тарелочку. Но тут я вижу то, что якорь наш в рабочем состоянии. Вот у меня есть индикаторная отверточка, которой я попробую прозвонить обмотку двигателя. В принципе, ее работа, вот цепь замкнута, отверточка у нас горит, лампочка, то есть. Вот, подсоединяю нашу отвертку, и лампочка в ней не горит. Отсюда следует вывод, что в обмотке обрыв или она перегорела. Цепь не замкнута. Короче говоря, наш двигатель вышел из строя. Требуется его замена. Ремонту он не подлежит, так как нарушена обмотка в самом двигателе. Поэтому берем его, идем с ним в магазин за новым двигателем. Вот я собрал старый сгоревший электродвигатель. В магазине я такой не нашел, и мне пришлось обратиться на AliExpress. При заказе обращайте внимание на диаметр вот этого вала и на его длину, потому что там есть двигатели разные, чтобы не ошибиться. Сравнивайте со своим. Ссылка на двигатель будет в описании. Вот что я получил. Сейчас я открою данную посылку, и мы посмотрим, что нам прислали. Заказывал я двигатель вот такого плана. Хорошо упакован в пупырышку. Двигатель я заказывал на 220 вольт. Вам перед тем, как вы будете заказывать, надо будет померить напряжение вот на этих двух проводках, которые подходят к двигателю. У меня мультиметра нет, я воспользовался вот таким вот самодельным вольтметром. Но на крайний случай можно воспользоваться нетрадиционным методом, лампочкой, ну типа контрольки. Вот так вот подключили, только аккуратненько, чтобы востоком не ударило. Загорелась лампочка, понятно, что здесь 220 вольт. Вот характеристики двигателя, который я заказал. Вам прекрасно все видно. Сейчас мы его поставим и посмотрим, как он у нас будет работать. Полярность тут не имеет значения. Подключаю. Так, я пока его, саму микроволновку, не буду устанавливать. Сделаем вот так вот, чтобы не было у нас замыкания. А это я одену, чтобы было лучше видно, как он будет крутить. Так, вроде бы я все подключил. Здесь ток у нас все нормально. Сейчас в розетку. Пожалуйста, все заработало, все у нас крутится. Все устанавливаем на постоянное место. Выключаем из розетки и устанавливаем там, где он должен стоять. Теперь переворачиваем микроволновку, устанавливаем
все тарелочки и посмотрим уже, как оно все должно у нас работать. Так, открываем дверочку, устанавливаем деталь. Так, теперь тарелочку. И для чистоты эксперимента ставим кружку с водой. Запоминаем, ручка находится возле этой стенки, возле правой стенки. Закрываю крышку. Включаем. В окно плоховато видно, но я вижу, что вращается, но через камеру плохо будет видно. Выключаем, открываем дверку, смотрим. Мы видим, что ручка наша повернулась, вот находится возле задней стенки. Значит, блюдце наше крутится. Микроволновку отремонтировал я. На этом видео я заканчиваю. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Всего, до встречи.